Ata, vəziyyət belədir, biz əsir düşmüşük. Odessa ətrafında hücuma keçən zaman bizim önümüzə dəqiq məqsəd qoymadılar. Bunun sadəcə bir hazırlıq, kəşfiyyat olduğunu dedilər. Biz atəş açmadan təslim olduq. Bunu video çəkiliş zamanı rusiyalı əsir bildirib. Ukraynalı hərbiçi əsrin valideynləri ilə danışığı zaman rusları ayağa qalxmağa, kütləvi aksiyalar keçirməyə çağırıb. Sizin axmaq Putin bizi bir-birimizlə müharibə etməyə, qanlar tökməyə sövq edir. Bu düzgün deyil. Mənim anam Arxangiskdən, atam Jitomirdəndir. Biz qardaşıq, biz də sizin kimi yaşamaq istəyirik deyə Ukraynalı hərbiçi bildirib. Мамуль, все, не переживай только, мамуль. Мам, слышишь меня? Алло, пап, ты что ли? Да. Пап, дело такое, нас, короче, взяли в плен. Вот. Под Николаевом, это юг Украины, возле Одессы. Возле Одессы. Во время наступления на наш город, во время артподготовки, когда вы били снарядами по нам, нам, пап, задачу точно не поставили. Сказали просто разведка местности. Мы поехали, и все. Нас взяли в капкан. И все. Мы не стреляли, просто сдались, и все. И нас взяли в плен. Как вас зовут? Это я, пап, это я. Скажи, на какой улице живешь? Пап! Улица Тепличная, пап, улица Тепличная, квартира 103, это я, пап, ты чё? Вы в Ютубе скоро увидите его. Даже родители отдохнут. Смотрите, как вас зовут? Пётр, Пётр, смотрите, меня Дмитрий зовут, очень приятно. Просто выступление делайте, собирайте людей, собирайте общины, идите и поднимайтесь. Ваш придурок Путин просто заставляет нас с вами между собой драться и убивать друг друга. Это неправильно. Я с у меня мать с Архангельска, отец с Житомира. Мы ваши братья наполовину. Мы не должны воевать, политики здесь нету американцев, здесь нету правосеков. Здесь обычные люди, такие же, как и вы. Мы также, как и вы, хотим просто жить.